вам что надо? Я хочу. Вас содержать. Матрушу? Что, что вам нужно? Не надо, мне это нет. Идите свой дом. Номер, там. Что? Умный такой? 938. Дорога, дают. Вы ко мне обращаетесь? Машина выезжает. Ну, вы ко мне обращаетесь? А, ну удостоверение тогда. Представляюсь. Удостоверение. Да, пойдемте. Вот. Никуда не пойду, давайте удостоверение на месте. Удостоверение на месте. Документы ваши можно? Удостоверение ваше, вы кто? Друг полиции. Что, друг полиции, пойдем. А на месте нельзя решить? Не, не, нельзя. Мы не решаем. Руки, это. Руки от меня убрал. Уберите, спокойно. Пожалуйста. Здравствуйте, друзья. Ну что, вы соскучились по наглым, тупым и необузданным ментам, которые своей тупостью просто поражают воображение, умы любого нормального человека? Так вот, сегодня вы увидите просто мастодонта тупости. Не побоюсь этого слова. Тупня из тупней, вот. А кто это будет, решать уже вам. И обязательно пишите в комментариях, кто это, что это, как его можно называть, как его нельзя называть, может ли он являться полицейским, полицейский ли это вообще, или может быть это у нас Володенька Фотохантер, которого, как вы поняли по превьюшке, в очередной раз повязали менты. Или мусора, там уже в комментариях, ребят, решите. Прошу вас написать множество комментариев к этому видео. Прям много-много, чтобы оно вышло в топ, чтобы наш герой прям почувствовал к себе народную любовь от тех, кому он служит. А также прошу вас поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, подписаться на мой второй канал, Public Citizen. А также сообщаю вам о беде, которая постигла Володю Фотохантера. У него удалили канал, поэтому он создал новый, и на него тоже необходимо подписаться всем-всем-всем. Ссылка будет в описании, подписывайтесь на новый канал Фотохантера, и там этот ролик тоже будет, и продолжение этого ролика. Будет множество серий, поэтому запасаемся попкорном, чипсами там, ну или чем-нибудь полезным, что вы любите, и смотрим. Все, приятного просмотра, удачи вам, ну а тебе, Чекушкин, привет! Я хотел, конечно, спросить. Я подскажете? Блин, два человека. Кто? Ну я просто. Смотрю, собака бегает, похоже на минеров, а никого не выручит. И Гарибальди 36. Фильм снимаю, да. Можно с вами познакомиться? Нет. Нет? А вы сидит у меня там? Не полицейский? Нет. Точно полицейский? Нет. Так, происходит. Здравствуйте, 540. Матрушева? 8. Видите, полицейский, у меня же контракт. Вам да. Что надо? Я хочу. Вас содержать. Матрушева? Что вам нужно? Не надо, мне это нет. Идите свой дом. Номер, что? Умный такой? 938. Дробь 14-98. Похоже, с вами надо разобраться будет потом. Матрушева, ИВ. Площадь 500. Я пока контролирую немного, хорошо? Сотрудников 15. Народу 35 человек. Попросили выйти. Все. А телефон не поставишь в дверную часть тюрьмы? 02. А то не написано просто. В интернете можете посмотреть. У меня занят телефон, видите? Занят, записан? Все записано, все ходы. Ходите, продублируем. Мне кажется, вы невежливо разговариваете с тем, кто, спасибо, с тем, кому вы служите. Да, такой, да, показывайте. Неадекватное поведение у вас. Вот, например, молчина. Да. Отвлекайте других полиции. Я не отвлекаю. Видите, мы работаем. Где вы работаете? Вы врете по телефону только что. Я хочу поэтому кому сообщить. Я не знаю, с кем вы разговариваете. Ну, тем более.
Вы дайте мне телефон дежурной части, я хотел узнать. 02, позвоните. Это не телефон дежурной части. 02, дежурный. Вот, у вас написано, Черемушки. Я хочу знать телефон дежурной части Черемушки. 8. 395. 395. 719. 719. 7500. 7500. Послушаем, да. Не пристегнулся, забыл. Сбежали. Поехали по следующему адресу врать. Забежали в Сбербанк. Как будто бы всех эвакуировали, но не всех. В смысле, я далеко не уходим? Почему? Я как раз вызвать хотел. Вот смотрите, 102. Добрый день, нахожусь по адресу Профсоюзная, дом 32. Здесь какие-то странные манипуляции полицейские. Номер автомобиля Ульяна 6020, 99 регион. Водитель был не пристегнут, я ему сделал замечание, и он на это, похоже, обиделся. Да. Пассажир тоже не пристегнут, старший лейтенант без нагрудного жетона, женщина, которая хамит просто, ну, в форме полиции. Ну, нет, она не представляется и... Не-не, а у нее нет. А давайте проверю. Ничего, я уходить могу? Да, что вы такое? Участковый, зачем вам? Можете представиться? 49060. Можете представиться? Вот смотрите, он не представляется. Сержант. Он меня не... А, тогда я пошел, да? Вы меня не задерживаете. Не-не, вы меня не задержите, я пошел. А представиться так не будете представляться, да? Старший сержант может устраивать полицейского. Меня не устраивает. Меня надо было сначала сделать. Вот видите, он знает про что я с полицией разговариваю, поэтому он с нескольких попыток все-таки представился. А, так вы участковый есть? Давайте послушаем, какие претензии ко мне? Отойдите стороночку, дайте мне поговорить с человеком. Вы полицейский, в конце концов, или... Сторонечку, отойдите, пожалуйста, с человеком. Сторонку, отойдите. Вы ко мне обращаетесь? Машина выезжает, я вам говорю. А, ну удостоверение тогда... Представляюсь, удостоверение. Да, пойдемте, я вам расскажу. Вот. Никуда не пойду, давайте удостоверение на месте. Пойдемте. Удостоверение на месте. Документы ваши можно? Удостоверение ваше, вы кто? Сотрудник полиции. Удостоверение. Так, пришел сотрудник полиции 025-148, участковый, руки распускает уже. Сейчас я проверю удостоверение ваше, секундочку. А как вы проверите? Ну, ваше удостоверение, дайте почитаю. До 23-19 года лейтенант полиции Чекашин Виталий Викторович. Чекашкин. Все? Да, все. Пойдем, участковый полиции, пойдем. А на месте нельзя решить? Не, нельзя. Мы не решаем. Руки от меня убрал. Уберите, спокойно. Пожалуйста. Меня уберем. Кто? Все, да. Кто на что имеет? Все? Да, пойдем. Все? Да. Чекашкин, ты офигел просто. Ты чё? Хорошо. Что просите? В полицию сейчас сообщу. Да, позвонить 02. Можно позвонить 02? Да. 102. Да. Понятно. Задерживаешь меня, участковый? Да, задерживаю вас, гражданина, неизвестного. Почему неизвестного? Вы спросил, кто я? Я попросил вас представиться, вы мне что сказали? Что я сказал? Не попросили меня представиться, вы ушли к полицейскому. Нет. Вы сказали, на месте давайте решать вопрос. Давайте документы, все остальное. Я с вами на месте ничего собирать не решаю. Полиция, да? Я нахожусь по адресу Профсоюзная пока что 32. 33, можно сказать. Профсоюзная 32, меня полицейский силой, физическим насилием применяя, ведет куда-то, неизвестно. С его слов, 30 корпус 3 в какой-то там отдел. Участковый, у него номер, можно остановиться, я прочитаю, трясется у вас там. Короче, участковый, вот, доставить, он применяет ко мне силу, никаких протоколов, ничего не составлено. Скажите, за что? В участковый пункт полиции причина, для... цель, причина, почему у меня вообще задерживают? Вы препятствовали сотрудникам полиции для выполнения их. Чем работы. Препятствовал? Стояли около машины и... Я стоял около машины, вот видите, слышали на причину? На проезжей части вы препятствовали проезду сотрудников полиции. Да что ты, черт побери, такое несешь?
протокол задержания, протокол доставления где? Нету его. Я оставляю жалобу, вот, сейчас привели меня на участковый пункт полиции номер 1, профсоюзная 30, корпус 3. Прошу мою жалобу. Да. Я вам оставляю жалобу, если меня сейчас тут будут бить и убивать, вы будете тоже... Да. Все, зафиксируйте. Пускай слушают в режиме онлайн. Прошу, проходите. Не прошу, а вы меня рукой тянете, все. Проходите. Все, до свидания. Все, оставили жалобу? Нет еще. Документы ваши можно? Мы тут в коридоре будем это делать? Или где? Да, видно. Проходите. Для какой цели? Для установления вас личности, получения письменного объяснения с последующим возможным привлечением к вас административной ответственности. Пожалуйста. Куда? Вот этот стульчик. Вы больше не попадете. Какой стульчик? Левый, правый? Вот этот. Правый. Правый. Спасибо. Ваш документ. Так какая цель моего задержания? Причина. Препятствовали сотрудникам полиции. Чем еще раз? Тем, что стоял? Включите, пожалуйста, камеру. Не буду его включать. У нас специальное помещение? Да ну. Да. Потом разберемся. Разберемся мы. Без вас. Да. Почему без вас? Почему без меня? Вы будете привлечены к уголовной ответственности. Какой? За свои деяния. Какой? Вы меня применили физическую силу, беспричинно меня сюда завели, заволокли. Секундочку. Сейчас вы меня запрещаете вести видеофиксацию ваших преступных намерений. Я вас, согласно статье 20 Федерального закона полиции, доставил в отдел полиции, в участковую полицию, для привлечения к вас к административной ответственности за препятствование. Составляйте протокол. Сотрудникам полиции. Протокол составляйте. Хорошо, документы ваши можно? Ну, документы ваши, паспорт ваш можно? Можно. Верните сначала это. Я вас предупреждаю, что я являюсь журналистом. Поэтому вся ваша деятельность последующая, что вы будете творить, будет освещена. Понятно? Можно мне с вашим руководством пообщаться? Нельзя. Гуму нравится, например. Что? Гуму нравится. Что? Гуму нравится. Права человека, правильно? Ну, права человека по-русски вообще-то написано. Вот. Можно с ним как-то пообщаться? Можно. Мне бы и представителя, потому что мы, наверное, будем сейчас выяснять, правомерно ли были ваши действия, правильно? Какие действия? Еще раз. Вы стояли около сотрудников полиции, да. Машины, да. И препятствовали проезду. Я препятствовал проезд? Да, вы препятствовали проезд. Не ехал. Вам подошел сотрудник полиции, попросил вас отойти от проезжей части. Да, машина... Во дворе. Это проезжая часть вообще-то. Вы вообще ПДД знаете? Да, это проезжая часть. ПДД вы знаете? Да. Преимущество движения у кого во дворе? У пешеходов. Значит, вы стояли у машины с какой целью? Вы шли куда-то или просто стояли? Меня сотрудник сказал, чтобы я никуда не уходил. Подождите, как он вам сказал, никуда не уходить? Никуда не уходить, сейчас тебе участковый прятать. В связи с чем? Он не пояснял. Хорошо, можно с вами нравится пообщаться? Телефон. Почему вы по-английски называете? За права человека написано. За права человека. Хорошо, за права человека. Можно с вашим пообщаться? Да, общайтесь сколько угодно. У меня телефон, есть документ. Где телефон? У меня изъяли документ, что ли? Нет, телефона для вас. Почему нету? Право журналиста искать, запрашивать, получать и распространять информацию. Правильно? Посещать государственные органы, организации, предприятия, учреждения, органы общественных объединений, либо их пресс-службы. Угу. Быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации. Какую информацию у нас запрашивали? Можно? Какой информации? Много какой информации. Какой именно? Вы находясь у профсоюзного 32, корпус 2, правильно? Подошли к сотрудникам полиции и стали приставать к сотруднику полиции к девушке. Что? С просьбой дать телефон, правильно? Ее. Вы с ума сошли? Я все это слышал. И у нее на телефоне все это записано, правильно? Я просил телефон дежурной части. Я вам ее продиктовал. Я вам продиктовал его. Потом вы продиктовали. Ну. Вы дальше стали сотрудников полиции преследовать. Какой тебе? Я ему сделал замечание, что он поехал. Вы меня слушать будете? Да, хорошо. Присядьте. Не надо мне указывать, что делать. Я постоял. У меня документ, верните сначала. Я не буду общаться, если вы меня будете что-то забирать, а потом в процессе... Копировать, оглашать иным способом воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения. Я сделал замечание ему, что он и его пассажир не пристегнуты. Он обиделся и остановился сам. И начал говорить мне, что я задержан, что жди вот этого участкового, или как он там сказал, участкового, в конце концов, стал. Посещать специально охраняемые места, стихийные убийцы, аварии. Да, все могу. Но в курсе, что можете посетить места, если данные... Так, здесь что за место было? Здесь у нас... Дворик? Нет. Происшествие было какое-то? Да. Происшествие было? Да. Соответственно, этим способом огорожено, сообщено населению, и мне в том числе, что там что-то нельзя проходить. Мы вам сообщили, что здесь проводятся следственные действия. Нет, не говорили. Вы вообще уехали? Как вы могли проводить, если вы уже уехали?
Значит, проводится, значит, они проведены, правильно? Да? Документы возвращайте, я с вами по паспорту, вы уже не хотите уже. Паспорт ваш можно? Конечно, можно. Читаем страницу, подождите, руку не тяните. Читаю страницу, последний паспорт гражданина, та-та-та-та-та-та-та. Гражданин обязан бережно хранить паспорт. Запрещается изъятие гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Паспорт у нас не передается, а предъявляется. Поэтому прошу его руками не трогать и не вырывать. Дело все не вырываю. Ну, вот просто не трогайте, ну да. Не с прописки можно? С трогином. Не с регистрации вашей. С трогином. Вы листочек перемените, если он не должен. Ну, это не та страница. Ну, вы как-то будете поаккуратней. Хорошо. Личность на протокол составляете? Хорошо, давайте сначала до объяснения напишем. Нет, не сначала. В качестве кого? Что за объяснение? С чем вы препятствовали проезду сотрудников полиции? Давайте возбуждаем дело. Значит, какое дело? Административный материал у нас сначала ставится. Объяснение. Просто сначала объяснение? Не, давайте по закону. Давайте. Мне вас учить, что ли? Вы полицейский, вы меня учите как надо. Давайте. Давайте так, я пока вас заставил на участковый пункт полиции. Именно. Профессионально 30 по 3, правильно? Да. Я применил вам физическую силу, да? Согласно статье 20, потому что отказывались. Препятствовали и отказывались выполнить мои законные требования пройти со мной в участковый пункт полиции. Это законное требование было пройти? Для какой цели? Вы препятствовали сотрудникам полиции. Для какой цели мне нужно было пройти с вами в отделе полиции? Я не отказывался ни представиться, ни предоставить документы на месте. Я сказал, давайте вопросы решать на месте. Что значит, давайте вопросы решать на месте? Ну, какие вам нужны? Документы, представиться, не знаю, там. Вы ничего не требовали. Подождите, я вам представился? Да. Вот я вам показал развернутый документ? Да. Ко мне у вас претензии есть? Конечно. Какие? Вы мне применили ко мне физическое насилие. Насилие? Если вы каждому так будете без камеры применять физическое насилие, у нас будет твориться бардак в стране и дальше. Подождите, бардак и пока совершаете вы. Я вас бил. Вы меня обвиняете в чем-то? Нет, я вас бил. Вы меня в чем-то обвиняете? Я применил вам физическую силу. За что? Вы отказались, кстати, пройти в участковый пункт полиции и препятствовали сотруднику полиции выполнению законных требований. Каких требований еще раз? Я вас попросил. Участковый пункт полиции отойти с проезжей части и не мешать сотруднику специальному автотранспорту проехать на место происшествия. Вы что сделали? Что? Вы ко мне сказали... Я отошел от... Нет, секундочку, вы сказали, Чекашкин, это у тебя будет проблема. Да. Если у вас такая память плохая, то... А вы можете запись... Мы потом посмотрим с вами. Давайте вместе, все, с руководством, с вашим, мы посмотрим, я вам обещаю. Я хочу посмотреть это все. Вы посмотрите это отдельно, я вам пришлю ссылку. Оставьте свой email. Будете ставить на меня протокол или нет, я не пойму. Сначала на вас, я должен вас попросить. Вы не должны меня опрашивать, я просто должен... так. Давайте, либо мы составляем материал, и я, возможно, вам дам объяснение. Подождите, либо вы должны объяснить свои действия. Я уже объяснил. Чем они были мотивированы? У нас письменное дело производства. У нас в полиции письменное дело производства. У нас письменное дело производства. Хорошо. Вы ответ как получаете? По-разному. По-разному. Обычно не получаю. Ну, видите, вам не повезло как-то. Да, с вами, с органом. Со мне конкретно? С полицией. С полицией. С сотрудниками. Полиция — это структура. Я знаю. Это бюрократическая структура. Давайте ближе к делу. Ближе к делу. Для того, чтобы выяснить обстоятельства совершения вами административного нарушения. Вы настаиваете. Хорошо. Подождите, я вас опрашиваю. Я вас опрашиваю. Вы настаиваете. Подождите, как я вам раз это сказали, что я что-то совершил? Подождите, я сейчас вас опрошу. С ваших слов мы напишем вам объяснение. Могу я не давать вам объяснение? 51-я судебная институция. А, все-таки права? Смотрите. У меня какие-то права есть, да? А разве у вас нет? А я не знаю, вы мне ничего не говорите. Подождите, вы меня требуете почему-то все составлять, а ничего не говорите. Подождите, что, есть права, оказывается, у меня? Подождите, я на вас оставил протокол какой-то? Вы мне сейчас хотите объяснение брать? Что правильно? Что я должен их дать? Можете дать. Уже может. Нет. Скоро дойдет до того, что и вообще не должен, да? 51-я судебная институция. Спасибо, что вы разъяснили ее почти. Разъясните вам? Да, конечно. Не имеете права давать против себя. Нет, просто... не дать. А как? Давайте вы как журналист. Не, давайте. Давайте. Вы не имеете, там можете не давать. Что я вас буду учить-то? Вы не обязаны. Подождите, не обязаны. Главное, не обязаны. Да. Там есть слово можете, хотите, да, желаете. Не обязаны. Да. Но, соответственно, если вы считаете, что я вас чем-то оскорбил. Нет. Вы меня сейчас незаконно удерживаете. Подождите, незаконно удерживаете. Я спешу по делу. Какому? Это не ваше дело. Хорошо. Мое дело. Я по своему делу спешу. Хорошо. Вы меня сейчас задерживаете. Вот почти. Подождите. К вам вот тоже люди пришли. Хорошо.
Вы сейчас отвлекаете меня от работы. Я вас отвлекаю. Вы меня тут незаконно удерживаете. Подождите. Я говорю, я пойду отсюда. Подождите, я вас доставил в участковую пункт полиции. Зачем? Я тут, знаете, вы тут улыбаетесь мне и ничего не отвечаете. Подождите, я от вас требую. Зачем вы меня задержали? Секундочку, я на вас должен огрызаться? Плевать вам в лицо? Вы меня должны отпустить и извиниться.